have you been? И всем привет! С вами Ваня, и сегодня мы продолжаем наше прохождение в игре Portal 2. В прошлой серии мы добыли портальную пушку, хотя она только стреляет синим порталом. Вот, ну а сейчас мы тогда продолжим нашу игру. Итак, давайте-ка войдем в лифт. Давайте. Так, спускаемся. Если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Пятый тест из 19. Окей. Ладно, что дальше делать? О, тут портал раньше появился, поэтому ставим синенький. И все, мы входим вот сюда. Далее, что делать? Ну, дальше... Так, что будет, если на эту плитку нажать, встать, то у нас станет лесенка. А если мы нажмем на эту кнопку, то вот, там упал кубик, поэтому ставим синий. И у нас он выпадает из оранжевого портала. Берем кубик, ставим на плитку, и у нас встает лесенка. Далее. Итак, тут у нас две кнопки. Так, если мы нажмем на эту, походу, да, там кубик, он упадает вот сюда. Поэтому надо нажать на портал, чтобы он отсюда вылетел и вот сюда вот попал. Поэтому давайте нажмем. Так, хорошо. Нет, ничего хорошего, оказывается. Нам надо посмотреть, что эта кнопка делает. Ага, она, получается, может остановить этот кубик, когда он будет летать, поэтому... Нажимаем на эту кнопку и нажимаем на эту. Смотрите, что сейчас произойти должно. Вот, все. Вот эта вот штуковинца остановил наш кубик. Кубик Рубик. Итак, теперь кладем на плитку и готово. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Ладно. Так, что тут у нас будет, интересно? Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Так, шестой тест какой-то, да? Опять, а раньше портал там высоко-высоко. Ставим синий портал. Мы вылетаем из этого оранжевого. Итак, нам надо долететь до оттуда, чтобы еще взять как-нибудь этот кубик, поэтому... Так, давайте попробуем сюда синий... Прыгнем синим, и мы должны, по идее, вылететь из оранжевого и долететь до туда. Поэтому давайте попробуем. Да, реально, друзья. Круто, да, мы даже можем в этой игре так летать. Это вообще прикольно. И теперь ставим портал под кубиком, чтобы этот кубик телепортнулся к нам. Вот сюда, вот из оранжевого. Ну, а далее, в принципе, ничего сложного. Нам надо с кубиком туда долететь. Поэтому повторяем ту же самую процедуру. Давайте-ка повторим. Да, получилось, в принципе. Оказывается, у нас портальная пушка все-таки крепкая. Она может удержать этот кубик, пока мы падаем. Вообще круто. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизации, запомните, испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Окей, там... Ладно. Что у нас тут... Что нам тут теперь надо делать, интересно? О, там появился оранжевый портал. Поставим сюда синий, чтобы туда вот долететь и взять этот кубик. Давайте-ка долетим-то. Ё-моё, это что было? Вы это видели? Я как-то сальто, что ли, сделала? Или как? Что это вообще было? Наверное, нам надо этот кубик вот, вот туда поставить. Поэтому сейчас мы должны сюда синий портал, чтобы мы долетели. Давайте тогда прыгаем в этот оранжевый. У-ху! Круто!
Намного веселее теперь. Эта серия должна быть, чем прошлая. Тут вообще мы летим, да летим, и все просто полностью летим, короче. Так, но дальше немного по-другому. Смотрите, если синий будет вот в этом месте, то мы долетим вот до этого, а нам надо сюда. Поэтому нужно нам этот синий портал немного правее поставить. Ну а далее все очень просто. Нам надо просто прыгнуть в этот портал. Отлично, и готово. Парень из будущего. Однако, если вы стары, недоразвиты или страдаете от увечья или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Написано здесь «Please remain calm». Это, я так понимаю, написано что-то «пожалуйста». Пожалуйста, что-то там. Снабжение энергии основных тестовых протоколов, все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Да, это, наверное, означало, пожалуйста, что-то там спокойство какое-то непонятное. Так, что тут у нас будет? Эй, о! Тут! Привет! О, супер! Ты нашла портальную пушку! Привет, Глазастик! Пушку. Это прекрасная, да, я нашел. Иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном такой итоге милый. Настоящий герой, правда? Привет! Какая храбрость! Давно не виделись. Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Угу. Кстати, тогда синий туда, и все, мы отправились. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Да? Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Да? Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Хорошо, да, я тебя поймаю тогда. Давай. Давай, давай. На счет три. Готова? Да, готов. Раз. Давай. Два. Три. Ой-ой-ой, слишком высоко, правда ведь? Это... Да блин, ты меня напугал. Знаешь, если на счет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готова? Ты что, серьезно? Раз. Ой-ой-ой! Я поймал? Или что это было? Ау! Ё-моё! Я не умер. О, всё! Я не умер! Ура, он не умер! Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что какой покажу. Какой штуке? Какой? А, вот! Ё-моё, прикольно! А... Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Реально? Ты что, хочешь, чтобы я отвернулся? Почему? Зачем? Отворачиваться мне, а? Не могу, не могу, когда ты на меня смотришь. Ты задолбал, ладно, все, отворачиваюсь. Хорошо, теперь можешь повернуться. Ага. Бам, тайная панель, это я открыл, пока ты стоял, вау, отвернувшись. Да, побей ты вперед. Ты молодец. Посмотри, теперь нам не надо следовать по рельсу. У, как это здорово, а? Мы можем идти куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я соревнуюсь. А, ну, надо идти вдоль рельса. Да, вдоль рельса надо идти. Куда же еще? Да, мне нравится этот глазастик, он такие шутки нам рассказывает, прикольные. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Это турель, походу. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Да, проходим, проходим. Это реально турель была. Итак, заходим тогда. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А скорее Ё-моё, всего, она тише. Нас убьет, если она не спит. Да. Кто она? Ты про кого вообще? Интересно. Про хорошо, кого? Открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не Чего? Надо, не входи туда. Она Нет. выключена. Отставить панику, она выключена. О, люди, смотрите, оказывается, самая первая загрузка в первой серии, это та же самая, о, какой-то робот. Это она. Да, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, реально? Прямо маньяк. На И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты кто? Не поверишь. Человек. Я знаю, я знаю, я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это ладно. И есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. Окей. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. Как высоко. Все равно знаешь буду прыгать. Что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай, давай, держи сильнее. Окей. Погнали! Удержала! О! Ты меня удержала чудесно! Класс. Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Ага.
здоровенно просто. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. Да. А, я опять посмотрел. Да, вниз вообще не надо смотреть. Это главная пультовая. Вау, как красотища. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано «спасательная капсула», больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... Ну, ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Нет. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Окей, давай. Подключаю. Да будет свет. Да будет свет. А, это бог. Что там вообще сверху? Я цитирую бога. Ой, поворачивается, какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Да? Ну, да, в принципе. Капсула. О, поднимается. Окей. Нет. Так, не волнуйся, блин, не волнуйся. Там открылось. Это его остановит. А. Нет, так еще быстрее. Пипец, что происходит? Нет, началось как отсюда выбраться? Питания. Так, не паникуй, хорошо? Прекрати Нет, паниковать. Я не могу, не паниковать. О, здесь пароль. Я его взломаю, о, не проблема. Ё-моё. Да не получится у тебя взломать пароль. Смотри, вот сзади тебя уже, блин, этот робот собрался. Нет, стоп, я уже пробовал. У тебя есть стопчик? Нет ручки. Включение питания завершено. Так, новый план. Ё-моё. Это же ГЛэДОС. Привет. Привет. Это ты? Ты ее знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? Что? Что происходит? О, нет! Нет! Нет, еще раз нет! 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 Не надо! Не надо его ломать! Мы обе наговорили много такого, о чем ты еще пожалеешь. Но сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради нас. Нет! Ты куда вообще меня несешь? Я вообще не чудовище, это ты чудовище. Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень-очень любишь испытания. Не, не люблю испытания. Я тоже их люблю. Нет. Но сначала нужно уладить одну мелочь. Нет. Нет. Ё-моё, то мы куда-то падаем очень-очень далеко. Только посмотрите, какая скорость громадная. Ой, ё-моё, меня чуть не прибило. Ой. О. Всё. Доменная печь, осторожнее. Не споткнись о мои запчасти, которые ты сюда сбрасывала. И которые... Ты вообще дура. Куда у меня теперь? Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. А, когда ты найдешь его, здесь? Мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Ты, ё-моё. Теперь мне она украла мою портальную пушку. Она мне что, еще раз? Еще одну даст, что ли? Я не понял, что это. Вот оно. О! Погоди. Портальное устройство, портальная пушка. Окей. Отлично, ты обнаружила двойное портальное устройство. Круто. Выход в испытательную зону должен быть впереди. О, класс, друзья, мы можем двумя порталами стрелять, оранжевыми и синими. Это же круто, нет разве? Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. Дальше нам туда. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Окей. Давай я подвину это. Всё. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий? Ну, дайте я обнаружила, что у меня есть скрытая друзья. Функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Дальше. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Я тебя убивал? Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Да блин, когда тут раскроется? Самое важное, ты снова здесь. Со мной. И теперь я знаю все твои приемчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. До конца моих дней? Кто знает. Придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Надо возра... Друзья, нам надо срочно
отсюда, из этого подземелья тупого, выбираться. Вот, вот это вот Глэдос теперь нас затащила куда-то, непонятно куда. Хочет, чтобы мы тесты это проходили. И нам надо теперь отсюда выбежать. Ну ладно. Ну, а на этом все. В следующей серии попробуем. Может быть, мы выбежим отсюда наконец-то, может быть и нет. Но на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ваня. Если вам понравилось это видео, почему вам не поставить лайк и не подписаться бы на канал? Ну, а с вами был Ваня. Всем пока-пока!